Among the mountains of the Half Moon, on pine-covered slopes of Nimrut, stands the Fortress of the Clouds, which guards the lands of Sarikan. In the castle is one of the keys to the tomb of the fallen warrior. For during the War of the Sword, the men of that place fought alongside their allies, the monks. Добрый день, мы продолжаем проходить игру Blade of Darkness. Приступаем к исследованию новой локации. Крепость Немрут. Что ж, как всегда, варвар, он здесь во всей красе. На улице зима, но мы зимы не боимся. Интересно, в каком ключе шел разговор? То есть вы слышали, диктор о чем-то говорил похожим? Ну, я думаю, мы узнаем точно, что здесь есть. Давно уже не находили мы ничего стоящего, ни рун, ни камней, ничего. Только какие-то истории. О! Ух ты! Я правильно понял? Вы со мной хотите сражаться? Обалдеть! Отлично! Вы деретесь с собой или нет? Блин, как-то начало... Начало многообещающее. То есть, как мы видим, данные бойцы, они одеты как лояльные рыцари, что ли, я бы сказал. То есть мы помним по предыдущему оскверненному замку, именно замку людей, там были черные рыцари. Это, я так понимаю, вражеские рыцари. А эти в белых доспехах, и оружие у них нисколько не ядовитое. И они на нас напали. Ну что ж, предатели? Подлецы? Негодяи? Построение впечатляет. Здание большое. Ладно, ключ мы взяли. Давайте откроем. Но, судя по всему, нам наверх. Бочки трогать не будем. Не вижу в этом смысла. Смог справиться с такой ступенькой крутой. Молодец. А, что-то как-то ты... Дай мне отойти. Сейчас мы с тобой пофехтуем. Нормально. Давно не играл. Немножко позабыл уже, как идет управление. То есть параллельно с этой игрой. Играя в другой слэшер, а именно руна, там управление намного проще, чем здесь. И возникает некоторое вот именно отторжение. То, что кнопки нажимаются абсолютно другие. Интересно, данная скрижаль, или, по крайней мере, данный рисунок что-то значит? Или это просто картинка красивая? Ну, ладно. Зодчи постарались хорошо, картинка вышла успешно. Что у нас здесь? Закрытые двери. Непонятные рисунки. А, и есть боец, с которым мы будем сражаться сейчас. Эй! Эй! Наконец-то! Да хватит уже изгаляться. Я тебе нанес смертельный удар. Ты должен сразу упасть замертво. Здесь никого. Опять, вот эту дверь можно будет открыть, но не сразу. Нужно будет найти того, у кого есть ключ.
Уважаемый, у вас есть ключ? Похоже, что нет. Хотел выпить бутылочку, мою бутылку, как ты мог, прозорный. А, черт. Таки он ее выпил. Ладно, набегаем. И... А, вот он бежит. Иди сюда. Я готов тебе. Так, это было неосмотрительно с моей стороны. Нормально. Что ж, у вас ключей нет. Я это уже понял. Здесь есть дверь. Нам бы ее открыть, конечно же. Подожди. Я слышу, где-то ходит какой-то боец. Ну, не знаю где. Возможно, за дверью. Сейчас мы сделаем хитрый ход конем. Попытаемся залезть здесь. Давай, давай, давай. Не показывай, что тебе тяжело. Я тебе просто-напросто не верю. Ага. Привет. Пока. Обезручиваю я тебя немножко. Ты почти Сергей Безруков, хотя у него просто фамилия такая. Ничего общего с тобой. Да. Огонек. А вот, вот и ключ. Как мы помним уже, то, что мы прошлись по двум крепостям, у них построение, в принципе, типовое. То есть внешние защитные сооружения, и потом все внутрь-внутрь. Здесь вроде бы немножко по-другому. Ну, только слегка. То есть общее направление все-таки не теряется. Внутренний навигатор, варварское чутье, назовем это так, срабатывает и здесь. Давай. Ха. Тут бы так залезть бы в это окно и поступить, как делают обычно хитрые. Но нет. Еще и стрелу в спину получил. Замечательно. Успокойся, успокойся. Давай воспользуемся зельем. И давайте подумаем, а кто в нас выстрелил? То есть я немножко отбежал сюда. И... Сейчас я выгляну из-за угла. А, понятно. Вон стоит стрелок. Рыцарь-предатель. Извините, что это может быть смешно было. Но мы просто уходили... Уходили от выстрела, то есть линии огня. Это быстрое такое передвижение, может быть смешное, может быть и нет. Что видите, он там, гад, делает вид, что он нас видит. Что ж, ладно, давайте посмотрим, что здесь еще есть интересного. Ничего, да? Одно меня немного напрягает, то, что крыши у данного замка почему-то квадратные, то есть плоские. Как мы все знаем, все-таки, даже если там зубчики есть, к примеру, да? Ну, именно ограда как. То есть все равно она не плоская. Иначе, скажем, зимой чистить ее очень сложно. Тут как раз зима. Ну, это понятно, старая игра. Да и кто смотрит наверх, в принципе. О! Серьезный. Серьезный противник. Отлично. Сейчас я восстановлюсь немножко.
О, промазал, бывает. Тихо. Отдышись, Да. Блин, я немножко сплоховал, поступил как какой-то сраный берсерк. Бился до той степени, пока не устал. Но, тем не менее, я зарубил. То есть мы здесь видим новый тип щита. То есть щит как капелька. И щит намного прочнее, чем вот этот вот щит. Круглый щит. Понятно. Во-первых, он больше размерами. Во-вторых, на него наверняка больше ушло железа на обшивочку. Ну и... Да просто он сильнее. Да. Но это не самый лучший щит, кстати говоря. Есть более лучшие щиты. Сюда мы не ходили? Вроде бы нет. Ну-ка, что там внизу? Просто какая-то... прогалинка. Вот это было непонятно. Это, по большому счету, он нас вообще не видел. Это неправильно. Ну, хоть этот видит нас. Ого. Так. Мы с ним все-таки ударами обменялись. Тут, однако, задувает ветер. Как бы не сдуло. Все возможно. В этой игре все возможно. Что у нас в этой бочке? Она пуста. А в этой тоже. Ладно. Пойдем дальше. Так, спустимся вниз, я думаю, сначала. Пройти дальше прямо мы всегда успеем. Интересно же все же, что здесь может быть. Опа. Немножко провалился в текстурку. Killer Axe. Убийственный топор. Ну, это оружие дворфа. По-любому, здесь скончался дворф. Непонятно, такая камера. Что это такое вообще, в принципе? Зачем сюда спускаться? Возможно, здесь приводили в исполнение смертные приговоры. То есть, знаете, человека стоят к стенке и пускают пулю в затылок. Ну, в те времена пистолетов не было. То есть, наверное, просто втыкали мизерикордию как раз под затылок, и все. О! Пару сухарей. Ну, конечно, это для меня погоду не сделает, но... Давайте, съедим. Да. Как всегда, немножко подбит. Что это такой за спуск такой интересный? Сейчас проверим. Или сюда, может, сходим? Иди-ка сюда. Чебурек идет. Гад. Ну ладно. Будем считать, что я с тобой справился без потерь. Вы слышите? Как будто кто-то что-то точит. Кто-то жрет. Кто-то жрет. О. Стрелы нам пригодятся. Там внизу ходит рыцарь. Мы его видели. А, мы сходим к нему позже. Стоит ли здесь спрыгивать? Думаю, нет. Всегда успеем дойти, я думаю, снизу. Ну, а если нет, то просто-напросто вернемся и спрыгнем. Что ж. Там у нас была лесенка. Нужно будет воспользоваться ею. Ладно, сходим еще сюда. Тут тоже что-то можно посмотреть. Аккуратно идем. О!
Теперь ясно, кого мы слышали. Харчует рыцаря. Видимо, дурак случайно попался неосмотрительно при кормежке и, собственно говоря, получил по рогам. Так, стоит ли здесь спрыгивать? Тоже думаю, нет, хотя вон там ящики. А по ним, в принципе... А вон еще рыцарь стоит, кстати говоря. Я думаю, мы сюда еще успеем дойти, в принципе. Так что... Если что, спрыгнем. Удивлю, так сказать. Тут, видите, у нас есть нормальная лесенка. Как спустимся, как белые люди. А то что это такое? Заходить через окно. Это неправильно. И вуаля! Это как раз то самое место. Приятель! Черт, не получилось. Это очень длинная атака. Промазал. Ну все, падай. Так, как мы знаем, там сидит Минотавр. Стоит ли его выпускать? И покружиться с ним в вальсе. А давайте. Доставим вам удовольствие. Ну что, кому парной говядины? Ты меня видишь, чувак? Прерви свою трапезу, урод. Это что был за глюк? Ты меня видишь? Эй! Эй! Вот, он встал наконец-то. Давай, выходи. Блин, я уже испугался, что... Что игра заглючила совершенно. Пол жизни сразу срезал. Что, больно? Я здесь. Я здесь. Все, готов. Да. Вроде бы он меня не ударил, или ударил все же. Я не понял, в принципе. Я варвар, а у нас плюс один к навыку общения с животными. Двойной меч. Но это уже рыцарское оружие. И я могу его взять. У меня есть свободные места под оружие. Так, ну... Слушайте, меч-то сильный. 400 урона. Обалдеть. В два раза сильнее моей вот этой вот штуки. Обалдеть. И он одноручный, заметьте. Одноручный. Я хочу такой же меч. В смысле, двуручный только что был. Чтобы можно было всех здесь нагибать, так сказать. Так, ладно, откроем дверь. Я он это сделал. Конечно. Прошу прощения. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, опять же закрытая дверь. Подозреваю, что мы в нее еще зайдем. Какой-то вот здесь нормальный звук, как будто мы идем по нормальному снежочку такому выпавшему. Знаете, первый снежок, когда он так приятно хрустит под ногами, когда еще не очень холодно. А здесь... Будто слякоть какая-то под ногами. Уа, фу, противно. Ужас. Ужас просто. Что это за камушки? Что-то не очень ясно мне это. Так. Что, заглянем сюда? Склады. Да мы их видели, в принципе. Это те самые склады.
которые мы наблюдали сверху, что хотели спрыгнуть в них. Вот. Да, как раз можно, если что, будет подняться. За ящиком вроде ничего нет. Ну, ладно, давайте перекусим. Хлеб-сыр это очень хорошо. Это очень питательно. Еще бы пивка. Еще и мясо. Это вообще здорово. Ну, добавка к жизни очень мизерная, вы это видите. То есть, просто у нас зверский аппетит. И початый круг сыра для нас вообще ничто. То есть, в принципе, если бы любой нормальный человек попытался бы умять полную, так сказать, полный круг сыра, я думаю, он бы просто-напросто это бы сделал, конечно, но удовольствие бы это ему не доставило. То есть через силу бы доедал. Да. А здесь, как вы видите, мы едим, едим и едим. Бездонная наша глотка. Так, ясно, здесь ничего. Пойдем, значится, там... Что? Мне показалось? Нет, показалось, что я увидел на секунду портрет какого-то рыцаря. Так, пойдем, значит, сюда. Здесь мы еще не были. Здесь должен быть рыцарь быть. Нет, тут рыцаря нет, зато мы видим иконку Минотавра. И у него уже 16 косарей жизни. Не рычи на меня! О, обменялись. Я здесь, я здесь, я здесь. Эх, прямо Диабло. Ферма Муму. Я тут. Hello. How are you? Наверное, очень плохо, да? Прошу немного анимация, но на самом деле был удар. Был удар. Что ты бегаешь? Что ты бегаешь? Ты меня потерял, да? Нормально. Так, в принципе, можно его рубить вот этими ударами. Ну, специальными ударами, которые подсвечиваются красным. Похоже, он меня испугался. Видите, у него мораль закончилась. И он решил спрятаться в уголочке. Ты вообще не реагируешь на мои атаки. Нормально. О! Это, кажется, его, так сказать, надсмотрщики. Хорошо. И еще лучше. У него, надеюсь, у него кровь капала из обрубка руки, а не из попы, когда он падал к ногам Минотаврика. Фу, извините меня за такой странный вопрос, но, в принципе, что здесь делал данный Минотавр вообще? То есть это, как видите, это как будто какие-то стойла. То есть они тут что, ферму их что ли на самом деле держали? Это такая ферма Муму? Или это ездовые животные? Или, ну, просто как, я не знаю, специальное оружие? Странно как-то. Видите, это реально похоже на стойло. То есть, если бы еще вот тут не валуны лежали бы каменные, да? А именно, скажем, стога сена, подготовленные для жратвы, вообще бы было полное такое ощущение. Ну нет, конечно же. Ну ладно, открывай дверь. Кстати, у нас уровень-то взят. Что у нас, кстати, по оружию?
пока ничего. Да, в принципе, все удары знаю. Ну ладно, пойдем дальше. А, хорошо. Наверное, уже главное здание. Здесь темно, кстати. Это мне не нравится. Обычно в темноте прячется всякая нехорошесть. И я слышу... Вот. И они здесь, темный рыцарь. Видите? Характерный цвет доспехов. Так, полная жизнь у нас есть. А, давайте запомним, что здесь есть еще одна бутылочка, которую можно будет взять. Что у нас, кстати, по бутылкам, по лечилкам? Так, этих... Понятно, понятно. Ага, у нас только получается не хватает для полного комплекта пятихаточки. И мы видим еще один щит. Стеновой щит. Хм. Знаете, анимация этого щита неправильная. По идее, раз он стеновой, это как, знаете, у римских легионеров были щиты. То есть, большие такие щиты. Почти что в рост. Так, тут фреска. А там боец. Давай, иди сюда. Буду с вами поодиночке, раз второй не видит. Нормально. Замечательно. С этим разобрались. То есть щит очень мощный, как вы видите. Он выдержал, по большому счету... Блин, весь элемент неожиданности исчез. Ах ты! Тише, тише, тише. Нормально. Тихо, тихо, тихо. Ах ты! Да что ж ты делаешь? Ты дай мне тебя ударить. Вот. Нормально. Все-таки немножко подрались. Было интересно с ним. То есть еще я заметил, что при отскоках, видели там, варвар мой наносил такие горизонтальные удары, что слева, что справа. Я не совсем понимаю, как их вызывать специально. Они получаются как-то самостоятельно, что ли, независимо от меня. И второе, то есть как вы видели, то есть когда ты делаешь серию ударов, да, то есть как-то... Делаешь и... Не, подожди. Да, подожди. В общем, серию ударов делаешь, и при нанесении этих ударов делаешь какой-то отскок, потом он почему-то продолжается. Это удивительно, в принципе. Еще бы научиться правильно это использовать, вообще было бы здорово. Ну да ладно. Так, пока давайте пройдемся, посмотрим, что у нас здесь. То есть мы взяли какой-то ключ. Наверное, от этой двери... Давай проверим. А, палас. А у нас какой ключ? Ну вот он и есть как раз, кстати. А, ну я хочу посмотреть, что тут еще есть. Вдруг что-то пропускаем. Вот. Я же говорю, что-то пропускаем. Вон выбитая дверь, в смысле окно. Интересно, смогу ли я обратно потом забраться, если что? И нужно ли мне вообще сюда идти? Давайте там дверь откроем, и если что, сюда вернемся. Вроде бы это то же самое. Сейчас проверим. Прошу прощения. Сомневаюсь, что эта дверь закроется обратно. Вон там вдалеке я уже вижу опять рыцарей. Нехороших рыцарей. Нет. Придется тогда в окно. Ну давайте сходим в окно, что ли уж.
потом, если что, вылезу. Так, что у нас здесь? Кто-то трапезничал. Видите, да? Флаги. Замечательно. Это что такое? Маленький щит? О! Красивый щит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подожди, подожди. Вот это щит, щит рыцаря. Так, давайте, чтобы вообще все было замечательно, возьмем двойной меч. Вот, двойной меч. Мы его взяли. Так. Это побитый щиток. А это маленький щит. Ха, такой маленький щит. Кстати, да, он такой буклеровский какой-то. Мелюзгень. Так, 4000 жизней у него. У этого 2000 жизней, у этого 1000 жизней. Знаете, а он хороший. Хоть и маленький, в принципе. И как раз он в духе рыцаря. То есть, если не изменяет память, Саргон, как зовут альтернативного персонажа, когда мы его выбираем, он вроде бы с таким щитом там был. Ну, имеется в виду в окне выбора. Так, здесь пусто. Но тут еще есть парочка. Да, здесь тоже пусто. Черт, промазал. Бывает. Еще одно полное зелье. Нас балуют. Уже мы знаем два места, где есть такие зелья. Вот эту бы дверь открыть. Я не хочу в окно вылазить, но придется. И я это смогу сделать. Нормально. Так, давайте возьмем вот этот меч. Наш меч. Можно, конечно же, взять наш длинный меч, который мы так успешно проходили столько, так сказать, до этого. Но у него урон ниже. Смогу ли выживить? Нет. Ну и ладно. А тут? Да, в принципе, не надо. Мы в окно залезем для необходимости. Вон, я вижу двух бойцов. Они меня оба заметили. И один с зельем. Нормально. Отойди. Шо? Отойди. Вот-вот, давай-давай, еще подеритесь. У вас хорошо это получается. Нормально. Молодцы, ребятушки. Так, ну что ж, поскольку один из этих бандюков выпил нашу бутылку, во-первых, вот так сделаем, а во-вторых, поскольку у нас и так есть зелье, давайте ими пользоваться. Сейчас я вернусь за той склянкой, которую я нашел здесь, я ее возьму. Аккуратней, давай, аккуратней. Вон она лежит, бутылочка наша заветная. Давай, бери. Поменял аптечку, называется. А по идее, можно было с этими двумя гастарбайтерами разобраться и без потери жизни. Это, конечно, очень было бы хардкорно. Может быть, даже не очень красиво. То, что тупо бы их бил одним и тем же типом атаки. Но я этого не делаю. То есть, с разнообразием, мне кажется, интереснее. Да и драйв побольше будет. Вот если бы гравюры были немножко разные, видите, да? То есть вот это вот наложилось выше. И давайте приблизимся, кстати. Как мы видим,
это какая-то идет, что ли, сатира на церковь, что ли. То есть помните средневековые гравюры, где вот именно высмеивали церковь, то есть рисовали вот именно к телам людским звериные головы? Тут то же самое. Там что-то львиное, что ли, мне кажется. А так у него именно такой библейский вид. Вот тут уже человек, Иисус с копьем. Наверное, копье Лонгинуса у него в руке. Могу ошибаться, конечно. Что тут ты увидел? А, это я голову кидал. Точно, точно. Осквернитель. Ну, красиво здесь. И звук, атмосферная такая музыка. Вообще нравится. Демон. Наверное, дьявол местный. Дьявол. Задница. Что тут у нас? Что видите вы? А теперь скажу, что вижу я. Я вижу, как мужик с ангельскими крыльями и копьем стоит, видимо, уже добивает какого-то упавшего то ли человека, то ли рогатого. Это один из вариантов. Второй из вариантов тоже мужик стоит на колени с копьем, у него крылья, и он держится за голову на... так сказать, выражение фейспалма. Так, нижняя фреска, которая поменьше размером, они те же самые, наверное, в воде нападают друг на друга. По крайней мере, крылатый мужик, который справа, он стоит, готовится принять атаку, напружинился, а который слева мужик, он набегает. Ну, это я так увидел. Вообще не могу понять, почему здесь так много изображения клевера? Это не крест, это клевер. Самый, что ни на есть, натуральный. Так, вот на меня ничего падать не будет. То хватило мне этих уродов. Ну, в предыдущих местах. О, боец, иди сюда. Ах ты ж гад, подловил меня. Фиг с ним, что меня ударил. Судьба у меня такая. Смотрите, у одного главное меч в руках, у другого нету. Куда он его дел? Наверное, пропил. Так, там мы видим какую-то кнопку, какой-то механизм. Ладно, запомним, мы еще сюда вернемся, я думаю. И давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Ну, пока что все то же самое. Хоть бы жратва была, что ли. Видите ли, инква это называется, оказывается, чернильница. Папирусы нельзя взять? Вот, можно. Что они, интересно, здесь писали? Свои нечестивые приказы или что-то похожее? Агината. Оп. Давно уже не... А, нет, это... Главное не упасть. А тебя можно столкнуть, в принципе. Ах ты ж нехороший. Сволочь. Ладно, что у нас здесь? Маленькая сторожка. Хоть бы, я не знаю, еда была какая-нибудь. Мне немного-то надо. Мне надо-то немного. Фух. Так, о, ядовитая стрела. У меня сколько их таких уже, в принципе, сейчас проверим.
Так, ядовитых одна, обычных 10. Ясно. Ну вот, трусы они, что с них возьмешь? Ядовитым оружием пользуются. А что мы видим внизу? Там, смотрите, какая-то штучка лежит. Там, видите? Вон, как какая-то таблетка. Таблеточка, монеточка. Так, ладно. Я до этой таблетки потом еще успею добраться, в принципе. Мне интересно, что здесь. Здесь окно закрыто. Здесь окно открыто. Значит, мы пойдем сюда. Так. Sharp X. Ну, это амазоночье изобретение. О, средняя броня рыцаря. А, нам остается только облизнуться, поскольку это не наш тип брони. Так, и, конечно же, ящики пустые. Нам здесь поживиться нечем. Ладно, пойдем отсюда. Хоть бы дверь открыть, что ли, изнутри. Аккуратней, чувак. Я понимаю, что ты крут. Но давай быть осторожен. Ха, здесь мы были. Здесь мы хулиганили. Да. Врагов пачками ложим. Что это такое? Это такая древняя система вентиляции, что ли? Ну, я вот про эти вот говорю штуки. Видите их, да? Они как будто, я не знаю, уходят в землю, и, видимо, по ним подача воздуха идет, в принципе. Так, ну здесь подойти ни к чему нельзя, как мы видим. А здесь можно. Сейчас, подождите, я сейчас сюда зайду, посмотрю, что здесь. Опять ангел с фейспалмом. А, нет. Один, как получается, держит меч, а другой с чашей или чем-то похожим стоит. А там наверху кто? Ну, еще один скипетроносец. Sacred Resace. Священное место. Что сюда вставить, интересно? Тут Unholy, оскверненная. Так, и здесь опять же присутствуют вот эти вот изображения клевера. Хм, интересно, зачем? Так, давайте сходим сюда и давайте идти аккуратно. Что это такое? А! Скелет. Привет. Так, что тут у нас? Ага, есть рычаг. Предлагаю спуститься. Интересно, я к скелету иду или как? Сейчас разберемся. О, здесь есть факел. Это хорошо. Как здесь темно. Давай поджигай. Замечательно. Итак, здесь дверь, как мы видим, она очень сильно закрыта, нам здесь не пройти. Что ж, а это что за дверь? Тоже не ясно, но она тоже закрыта. Это печально. Но мы всегда сможем вернуться обратно. То есть, как спустились, так и поднимемся. Что у нас здесь? Кто-то дышит сильно, так чувствуете? Тяга такая идет. Или что это было, я не знаю. Но похоже, как будто кто-то дышал. И почему здесь нет света? Лезвие. Их нам только не хватало. Так, здесь мы с вами наблюдаем. Угу. Лезвие. Двойное лезвие. Это, знаете сами, оружие как оружие. О, что я вижу? Бегом. Нормально. Я это сделал. Так, возьмем факел. Что
Что у нас тут? Великий молот. Ну, это дворф. Видимо, здесь почивал. В общем, помер. Ну, не помер, был похоронен. О, вот это плохо. Теперь мы остались в потемках. Оно не страшно. Здесь стоит какая-то бутылочка. Так. Я помню. Когда мы амазонили, вы помните, когда мы вот так вот, так сказать, подходили и брали какую-то вещь, на нас сработала какая-то ловушка. Давайте подойдем сбоку. А, нет, сбоку нельзя. Ладно, что мы здесь видим? Бутылку зелья силы и ледяной... Замечательно, у нас много объектов. А, ну да. Так, вы только что могли наблюдать момент того, что я сам себе нанес удар при броске меча. Блин, обычно такое бывает с большим оружием, но никак не с маленьким. О, двуручная такая секира. Ну-ка. А, у нее есть один косяк. Во-первых, она частично попадает мне в голову, а во-вторых, она какая-то полупрозрачная, мне это не нравится. Так, что они пишут? Это какое-то артефактное оружие? Да. То есть у нас был меч королевы и теперь ледяной топор. Это наше оружие, кстати. Фростбит. Так, атака влево-вниз. Сейчас попробуем. Что-то я ничего не понял. Давай еще раз. Раз, два. В общем, много показухи, но, в принципе, интересно. Мне понравилось. Надо будет обязательно на ком-нибудь испробовать. Так, где наш факел? Бы его поджечь, а, в самом-то деле. Я ни хрена не вижу. Вот реально, вы уж тем более ничего не увидите. Ага. Бегом. Ну ладно. Оно вроде бы не захотело со мной сталкиваться, так что все нормально. Что ж, надо уходить отсюда. Уходим на ощупь, ибо я ни хрена не вижу. О, нормально. Да, в этом месте, хоть я не знаю, глаз выколи и ходи, блин. Нет, не вырубает. Увы, не может. Что это я делал? А, Шрёдер. Ладно, пока оставлю этот топор на себе. Нужно будет просто-напросто обязательно его проверить на ком-нибудь. А, желательно на создании живом. Так, а нам сюда. Как пришел, так и ушел. Да. Да, вон они там. Скелетики. My dear friends. Подозреваю, что нужно будет к ним спрыгивать, чего я не хочу делать, в принципе. А, но я хочу еще сходить сюда. Мы там с вами видели кнопку, которую можно нажать. Я хочу ее нажать. И хочу проверить один момент. Нет. Давай возьмем стул. Сейчас попытаемся нажать на триггер с помощью стульчика. А вот хрен. Ладно, достанем лук. Давай, приблизимся. Окей. И стрельнем. Да, с первого выстрела. Так. От тебя я избавлюсь. Уж извини. Ты служила мне верой и правдой, но пора. И возьму вот этот меч. В принципе, надо испробовать будет топор.
но я очень сильно сомневаюсь, что за этой дверью нас будут ожидать живые люди. Так, мне интересно, здесь есть что-то? Нет. Придется вернуться к факелу. Давай, поджигай. И пойдем в темноту. Бояться. Аккуратно иди. Аккуратно иди, дурак. Еще ноги сломаешь. Этого нам не хватало только. Так. Здесь на нас падать ничего не должно. А вот здесь... Да нет, тоже нормально. Так, опять кнопка какая-то. О, нехорошее место, я сохранюсь. Извините, но это надо сделать. Так, games, save. Сохраняем, сохраняем, да. Предлагаю... А, кстати. Вот так сделать, да. Что-то я забыл про то, что можно так делать. Кстати, а здесь есть тоже какие-то, вот именно, которые можно поджигать? Нету? То есть там такая единственная была, да? Ну ладно. Кавабунга! Не реагирует. Хм. Интересно, девки пляшут. А почему оно не сработало? Вы мне объясните этот момент. Я что-то не понял. А, все, понял. Я туплю, извините. Сейчас. Сейчас попытаемся попасть в триггер. О-о-о, замечательно. Of how the Avestas agreed to create a place where they would all live together. And how Ayana, the beloved daughter of the father, created in this world a beautiful garden filled with life. And how Angramanyu, the Prince of Darkness, visited his siblings and lived with them. И тут сразу светло стало. Это замечательно. Вау, мы взяли еще одну руну. Респект и уважение тебе, варвар. Так, ну и как мы знаем, в таких ситуациях обычно по возвращению начинается всякая жопа. Нет? Я все равно не верю. Кавабанга! Тогда вы мне объясните, какого хрена здесь было? Почему на меня крыша не падала и ничего не делалось? Это какая-то легкая Подождите. Там у меня стрела, кстати, надо забрать ее. Где она? Да иди ты своим торчем. Стрелу мне верни. Блин, я две стрелы потратил, и теперь они нигде. Ладно, обойдусь. Отсюда уйдем. Так вот, это какая-то подозрительно легкая взячая именно руны. Обычно, когда руну берешь... Либо когда к ней подходишь, либо наоборот, уже от нее уходишь, начинается какой-то геморрой. То есть приходится с ловушками разбираться, либо с противниками, незвано нагрянувшими. А здесь так просто. Вспомните, к примеру, где мы брали меч королевы. Или крепость Тел-Халав. То есть там тоже было ого-го. Кстати, давайте щит возьмем. А, у меня много объектов. Ну ладно. Ладно. И похоже, нам придется спускаться.
Я думаю, мы спустимся вон там, там какие-то валуны. И я думаю, это будет не очень смертельно для нас падение вниз. Больше я просто не знаю, как здесь, в принципе, поступать. И перед левом я сохранюсь. Потому что я, в принципе, не знаю, как будут себя вести скелеты, которых мы видели. Тут, может, их и не будет. А может, и будут. Это мы где? И музыка заиграла такая сразу. Знаете, странно. А это что за дверь? И как ее открыть? Непонятно. Зато есть стрелы. Но они нам не нужны сейчас. Может, я зря сюда спрыгнул? А, нет, не зря. Ах ты, хитрая твоя рожа. Так, с тобой я разобрался. Противный Анхоли амулет. Нам он нужен. Это вроде бы как раз ту штучку нужно будет вставлять. Если я ничего не путаю, конечно. И черепушка улетела. Так, вас только двое, надеюсь? Больше никто не полезет? То что-то мне не очень понравилось. Вообще не люблю скелетов. Опа! Вы видели? А, это просто он сам дезинтегрировался. Ладно. Идем дальше. Что с вами? Наконец-то ты смог выйти. Просто, видимо, они появились в одном месте. И у них был, так сказать, спор. Кто важнее? Ах ты гад! Я тебя считаю лишу. А теперь из жизни. Хотя ты не живой. Это я промазал. Ах ты гад! Еще один, хорошо. О, это плохо. Оп. Да что ж такое-то, а? Не хватало еще умереть от таких сопляков.
Еще будут? Да. Даже двое. Да. Фух. Молодцы. И один, надеюсь. У тебя хорошая реакция, чувак. Да-да-да-да-да. Отскок, отскок! Так тебя же убьют таким образом. Ну что ты сделал? Я тебя просил бутылку выпить, а ты... Все? Похоже, что нет. Или да. Сейчас проверим. Кто еще есть? Да не, похоже, все. Вот ты нахрена взял вот этот молот? Где он? Давай, выкинем тебя. И возьмем обратно наш большой-большой меч. Досталось нам, однако. Ну, по глупости немножко. Но все же, это было не очень-то приятно. Жизни у нас мало. Угу. Я вернулся, да? Так, я помню, где-то там была бутылка полного восстановления. Давайте-ка за ней сходим. И так я потратил, блин. Можно было, в принципе, не тратить, конечно. А, зелье на 1000 жизней. Ну да ладно, потратил и потратил. Одно, по крайней мере, есть еще дополнительное. Там где-то был темный рыцарь, у которого была бутылка полного восстановления. Это не вы. У вас нет таких бутылочек. Сейчас найдем. Тут нет. Так, значит, здесь где-то. Так, не у тебя. Может, ты? Нет, не ты. Это что такое? Обалдеть. Вот оно. Чудесным образом мы исцеляемся. Так, я хочу... Фул. Да, бери. Отлично. Так, так, так. А вы кто такие? Что вы здесь делаете?
Ну, допустим, это было нечестно. О, еще один. Привет. Да, скелетней здесь дофига. Больше никто не идет, да? Они меня не видят. Алло? Здрасте. Ладно, пойдем к ним тогда таким же путем, то есть сверху спрыгнем. Я знаю, где это похоже. Это как раз ближе к тому храму, ну, где мы видели, как это, не совсем храм, в принципе, можно назвать так, а, в общем, то помещение, где, как ты в него идешь, и слева, и справа такие длинные два помещения. И там можно устанавливать какие-то вот вещи, кажись, вот как раз вот эти вот, вот эти вот штучки, вот эти вот амулетики. Сейчас проверим, кстати. Unholy, то есть бесчестный какой-то, то есть оскверненный, что-то такое. Да, бесчестный. Так, аккуратно, аккуратно, чувак. Вот, храм драконов можно так назвать. Видите, вот драконов дофига нарисовано. Так, я не помню, только Unholy налево или направо. Ага, направо. Никто к нам не подкрался. Подозреваю, что к нам подкрадутся, когда мы поставим второй амулет. И, вот в принципе, раз я его поставил вот у этих мужичков, что держат эти вот стаканчики, у них бы огонь зажегся, что ли? Так было бы красивее, мне кажется. Ну что ж, полдела мы сделали. Надо подумать, где и как спрыгнуть, чтобы не сильно повредиться. Конечно, жизни у нас много, все дела. Но, тем не менее, хотелось бы не сильно потратиться при падении, как мы сделали в прошлой части. Так, 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 аккуратней, чувак. Что ж ты делаешь? Вот так. Вот так вот. Так. А вот фигу вам. Нельзя тут ничего сделать. Придется немножечко повредиться. Вон там как раз два бойца нас поджидают. Уроды конченые. Сохраняемся. Я, конечно, думаю, что они мне сильно крови не попортят. Но кто знает. Немножко. А, зажали! Урод! Ура!
Так. Нормально. С этим я разобрался. Кстати, надо амулет взять. Будут еще? Я думаю, да. А вот как раз уже стоит. Промазал. Ладно, этого я тоже разделал, как бог черепаху. Что, все что ли? Кстати, да. Это был последний. Так, давайте думать, как отсюда выбираться. Если честно... Ага, понятно. Дверь открылась. А то я уж подумал, что не знаю, как отсюда выбраться. Но теперь знаю. Так... А чё эта дверь закрылась-то, а? Она ведь была открыта. Я все помню. Я отсюда сюда пришел. Все, обратной дороги нет. Только вперед. На абордаж. Да, в принципе, не страшно. Сейчас поставим еще один амулет и посмотрим, что у нас будет. А, в предыдущей части, как мы помним, мы бились с какими-то уродами. А, одно напоминало мясника из Варкрафта, а второе напоминало... Даже не знаю, что напоминало. В общем, напоминало... А, я знаю, что напоминало. Второе напоминало... Аучащего крови из Вархаммера, низшего демона. Тут, видимо, я не знаю, только при входе в какую-то определенную территорию начинает сразу музыка играть, что она непостоянная. Так, сохранимся. Кто знает, что нас там будет ожидать. Вот. И идем. Теперь уже налево. Странно, да? В принципе, какой это амулет? Сакрет. Священный амулет. Почему налево? Налево, по идее, должен быть был тот, Unholy, бесчестный. Вставляй. Отлично. Хо-хо! И эта плита поднялась. Так, а то помещение мы вроде бы как наблюдали при... И у меня уже память ролики за ролики заходит. Вроде бы, когда просто заходили в крепость, и когда диктор вещал этой крепости. Вроде бы. Я могу ошибаться. Что это у нас? А, потерял управление. Немножко побит. Опять эта мясистая мясистость. Здравствуй, секонд-хендушка. Черт, мне твой крюк вообще не нравится. Надо было сразу же так делать. Что это такое? Это что такое? О, господи. В общем, там лежит какой-то ключ. А почему он таким квадратом отображается? Это что, цензура? Он, наверное, страшненький.
раз он был вырезан из этого существа. Так, ну я хочу посмотреть, что тут еще есть интересного. Может, есть какое-нибудь новое оружие? Смертоубийственное. Похоже, что нет. А вообще, в принципе, если бы не этот демон, который вот к нам так нелюбезно зашел через окно, когда есть нормальная дверь, если не он, то в этой комнате ничего нет. Да, висит гобелен, но нам от этого гобелена ни тепло, ни холодно. А вон его рука. Могу я взять, кстати, эту руку? Да. Какая она большая, какая она противная. Сейчас я ее брошу. Какая. Странно, что она желтого цвета. Демон вроде бы был красненький. Ну ладно, давайте брать ключ. Опал. Опаловый ключ. Взял. This is Burr, the white gem. An opal of perfect purity. Guardian of the tomb of the sword. Mounted in crystal cut from the rock as a symbol of the purity of the eternal snows of the frozen mountains. Все, я понял, зачем мы сюда пришли. Похоже, этот демон просто зашел раньше нас, спиздил этот ключ, но далеко не ушел. Заметил нас и решил с нами разобраться. То есть это не ключ, это ну да, ключ, но это как опал какой-то. And its inhabitants have fallen under the dominion of a powerful demon and lost their reason. But Burr, the white gem, has been saved. Mounted in ice, it retains all its purity. Ну что ж, мы спасли белый камень от лап нехороших созданий. А он, это еще одно вот именно, та, еще одно, так сказать, звено, та частичка, которая нас приближает на еще один шаг к победе. Победе вот именно этой битве меча, так сказать. Что ж, боевка была веселая. А на этом видео заканчивается. Спасибо за просмотр. Всего доброго!